Сегодня у нас 5 июля. И мы с детками кушаем на кухне. Там у нас такой тазик стоит. Всем привет, да? Я кушаю сегодня. Ой-ой-ой, ну все, давай, иди кушай. Вот, деткам уже положила покушать. Себе тоже салатик и плов. Так назовем плов. Это, в общем, тушенка и рис. Ну, в общем, такой плов, импровизация. Мы частенько так готовим. И у нас 3 чашечки, в общем, кофе и чай деткам. Вот, они уже у меня кушают. Сейчас я тут с ними присяду. Ой, а Алина-то уже скушала, оказывается. Они еще мультики смотрят, да, Алина? Как Алина мультики смотрит? Они тебе просто сказать боятся. Посмотри, какая ты сердечная. Мне так же хочется снимать, как покажи, ты. Как ты кушаешь. Вкусно? Угу. А Алина уже все скушала, да, доча? Еще нет. Еще нет? Еще нет. Нечего на меня смотреть с упреком. Вы не позорите, у вас нет чего. Как вкусно, да? Ну, вот. Алина лохматая, надо заплетаться. Давай. Мы уже покушали. Осталось только мне кофе попить. Вот, детки балуются. Алина там, в общем, балуется. Тёма чай допивает. Да, Тёма? Нормально попить. А вот, а я сейчас выйду, наверное, на улицу, посмотрю, чем там папа занимается. Он... В общем, он там фундамент делает под дровяник. Вчера они с Ваней, в общем, все там делали. Вот, сейчас он будет кирпичом выкладывать. Мы сейчас пойдем гулять. Да, Алина хочет гулять, как всегда. Вот такие дела. Мама у меня ушла в магазин, тут недалеко, за хлебом. Вот, такие дела. Иду к папе. Так, кстати, у нас дом выглядит уже весь. Обшили его, в общем, как это правильно называется. Все время забываю. Тут доски закрыли, они новые. Такие. Там папа. Всем привет. Привет. Всем привет. Привет. Что делаешь? Какие у тебя кирпичи красивые, новые такие все. После атомной войны какие-то, что ли. Да-да-да. Ну что, как дела тут у тебя обстоят? Дела. Как-то обстоят. Что делаешь? Кирпичи кладешь уже? Да, сейчас буду кирпичи ложить. Кого ищешь? Лошадь, не надо здесь. Раствор вчера намешивали. Ой, давно ничего не снимала, мне кажется, про стройку. В общем, на этом месте были вот эти вот бревна. Вон те вот. Вон те. Господи, как у нас тут все страшненько, некрасивенько и грязненько. А дом, кстати, вот так вот выглядит. С этой стороны тоже обшит все полностью. Так вот. Тёма, это танцы у тебя такие? О, Тёма. Ну да, шо. Мы семья. Хочу напиться. Я хочу напиться. Ты куда пошел? А? Тёма, все, пока, гулять пошел. Что такое, рыбонька моя? Мы пришли, в общем, на стадион. Алина катается. Всем привет, да? Скажи, как я еду? Жди, давай платьишко тут подправим. Так вот.
Ну, поехали, поехали. Давай. Там Даня с Тёмой. Даня едет, да? Ты первый. И что это вы ушли без спроса? Мне там можно? Тебе там можно? Тёма, что без спроса ушёл? Тёма, что без спроса ушёл? Тёма, почему ты без спроса ушёл? Потому что я не виноват. Я хотел с ними. Ты не виноват? Да, я хотел с ними. Лина, поехали? Они тебя окружили, ага. Шарик, да? Да. Ай, шарик, шарик, шарик. Барбоскин такой. Шарик, шарик. Шарик. Какая собака, колесая собака. Собака такая. Мама хочет. Тебе хочет. Я помню, что ты хочешь к ней. Загоняй, загоняй, загоняй. Алина говорит, мам, я тебя загоняю. Да, доча? Ты поехала? Не догонишь, не догонишь. Нет. Не догонишь. Как ты меня догонишь? Вот так. Мам, бегай, бегай. Бежать? Да. Мама устала бегать. Устала? Устала. Давай, толкай ножкой. Крути педальки. Молодец. Лина качается. Нравится тебе качаться? Да, как у Бубы Гали там. А, как у Бубы Гали там качелька, да? А, мама, еще качелька. А, где? Вон. Че, Леночка, комары тебя кусают? Да. Угу. Галина, ты тут не сможешь приехать. Так мы пойдем домой, я тебе там помогу. Тут никак не поехать. Видишь, тут какая трава. Я маленько посижу, а ты покатайся. Пока сижу, Тёмочка мне три цветочка нарвал. Подарил, сорвал. Да, сынок? Да. Да. Я сейчас его наругала, потому что он начал Алину сильно толкать. И он обиделся. Вот что ты делаешь, а? Вот что этот ребенок делает? Ты на свой велик сядь, она на свой. И поехали. Давай садись на свой велик и потихоньку, как она едет.
Давай, 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 быстро, быстро, догоняй Тёму. Догоняй, догоняй, догоняй. На старт сейчас встанем. И идем, короче, мамой. А меня можешь ехать? Что ты даешь? Фору. Фору. Давайте, поехали. Алина, иди туда. Прямо. Да, прямо. Тёма тебя догонять будет, уезжай от него. Все, поехали, поехали. Мы уже пришли. Ой. Палки. Пришли, в общем, мы уже домой. Тёма еще на стадионе остался. Лина там кричит. Я тут пробираюсь в конец огорода. Хочу показать вам, сколько у нас ягодок красненьких, тут уже полукрасных. И смотрю, у нас картошка вся цветет сиреневыми этими цветочками, обычно же как бы белыми. Ну, по крайней мере, насколько я помню, у нас всегда были белые. Иди, иди сюда, Алина, я здесь. Алина там кричит. Вот, и еще тут цветочки у нас распустились.